Привет, друзья! Всех приветствуем вас на нашем канале про походы. И кто смотрел прошлый выпуск, где мы были на мессе Germany Comic Con, вы поняли, что мы были в Дортмунде. Вот, следующий день мы решили сделать еще один выпуск и заснять вам центр Дортмунда, как здесь вообще все выглядит, какие там бывают. Каждая страна, тут в Германии каждый город, все по-разному, все по-разному смотрится, другие менталитеты и все такое, дома даже другие. Так что давайте вместе с нами все сейчас посмотрим. Вот мы уже подходим к центру, сейчас будем вам все показывать. А сейчас смотрите пока, какие тут дома. Тут вот так сделали. Не знаю, что этот мужик наверх ползет. Там кто-то прыгает вроде бы, или что, с правой стороны там залазит. Там типа король наверху, или кто это. Это даже непонятно, кто это. Ну, что-то, не знаю, это лезет. Тут вот этот прыгает или спускается без ноги вообще, а этот наоборот лезет наверх. Вот такие тут дома прекрасные, красивые. Вот приближаемся к центру. По идее сейчас уже новогоднее настроение, все должны наряжены быть. В центре должно быть тоже быть красиво. О, это носорог с крыльями. Какой-то он странно железный. Здесь подключенный. Салон красоты здесь. А, Линкс. А я иду Рекс. И вон там, да, уже видно. Начинаются все магазины всякие. Вот, и здесь тоже вот салоны красоты. Вот, кстати, это уже на Новый год приготовили. Christmas and the Happy New Year. Часы такие. Вот, было бы вечером красивее. Вот тут вот видно этот носорог. Кстати, этот носорог с крыльями, который мы сейчас проходили. Тут вот птица, то ли орел, то ли чё. И надеюсь, вам его в кадре будет хорошо видно. Просто он типа прозрачный, но когда горит, он, наверное, хорошо видно его. Вот так. Время, кстати, неправильно. Время сейчас 12 час. Бабушки тут пришли. Хотят тоже сфотографироваться с этими часами. Плохо, что не горит, да? Было бы намного красивее. Да, но это вечером надо. Вот, кстати, как мы еще подходим, заметила, что все тоже начинают фоткаться. Шли, еще никого не было. Только подошли, и все сразу подошли. Так, все, пойдемте. Назад туда вернемся, да, сфоткаемся, да? Вот, тут пошли, вот этот маркет пошел сразу, здесь продают все такое. Кстати, вот туалеты даже здесь поставили. Вот обычно в центрах у нас, в городах, вот ставят маркты. Вот тут видите, закупаться можно, одежду, все такое. Вот тут вот можно горяченького попить. Глювайн бывает с алкоголем, бывает без алкоголя. Вот тут вот сосисечки жарят всякие, братвурсты, кто знает, что это такое. Вот тут всякие сувенирчики продают. Вот. Вот это вот все плюшевые игрушки. Здесь вот новогоднее все тепленькое продается. Вот. Тут тоже кафешки, магазинчики всякие. Золото. Всякие пластмасски, всякая всячина. Церковь вот тут вот красивая, такая здоровая. Кстати, она вот, смотрите, вот. И вот она идет вот так, сюда вот все. Вот.
какой-то Ice Factory. Ну, летом тут народу всегда много на столиках сидит, мороженое там кушают, все такое. А тут вот всякие специи продаются, гевюрцы, кройтеры, чаи, ну, травы, все. Здесь мягкие игрушки для детей, брелки всякие. Здесь у нас тоже камешки, одежда, тарелочки, тоже брелки, колечки. Вот. Такие вот тут камешки. С керамики сделаны такие. Не знаю, для чего это. Лампы, латерны. Это даже типа столики такие интересные. Немцы вот это вообще любят, вот эти вот глювайн, теплое, холодное. Они там с виски намешаны, там с водкой. Ну, всякие, со всякими приправами. Он разного вкуса бывает. Такой здесь домик красивенький. Весь мигает. Тут даже вот кассеты, то ли что это такое, а игры для Wii, PlayStation продают. Тут вот новогодние звездочки горячие, горят, вернее, свечки тоже. Интересно, даже не гаснут, горят. Что-то какая-то с грибов что-то делают, они вкусные, пахнет вкусно. Вот с этой стороны написано Weihnachtsmarkt, ну, вернее, с той стороны, если будешь заходить. Вот там, смотрите, пошли все магазины в ту сторону. Но они тут во все стороны идут. И в эту сторону тут весь центр, он вот в такой вот Weihnachtsmarkt. Тут, вот как вы видите, много кто что готовит. Вот тут вот блинчики сладкое, с нутеллой, там, с медом. Со всем, что можно намазать на блины. Они сразу их выпекают, вот у них специальные эти, такие, как сковородки есть. И вот тут вот сувенирчики красивые такие всякие продаются. Совы дочка любит у нас. Вот со стеклянное такое все блестит, горит. Смотрите, как красиво она горит, такая переливается. Там, кстати, ну, горит и типа воды кружится, все так. Вот зеркала вот там всякие. А вон я. Всем привет. Сладенькая, орешки во всяких миндалях там заварено, зажарено. Получается. Да, вечером вообще красиво все светится. Вон там, смотри, какой-то домик такой пристроенный, смотри, вот, спереди прям. А вот вторая церковь. И две разные, может, евангельская, католическая, не знаю, какая из них. Какая? Тут вот сухофрукты, и тоже все сладенькое такое. Вот, тут вот все с кожи продают, ремни, кошельки, сумочки всякие. Вот, кстати, кошелек, мы посмотрим здесь, сколько он стоит. 35 евро стоит. Вот тут возле церкви такой колокол, видать, то ли он упал, то ли что, разбитый. Так вот это выглядит. В 850 году он был поставлен.
сколько лет, считай, ему больше 1500 лет. Смотрите, губы шевелятся даже, да, сделали. Вот. Тут вот Аладдин, типа. Вот он трёт свою баночку. Бутылочку. И вон сам джин, который вылетает. Тут-то... Принцесса эта на башне сидит. С разных сказок, короче, здесь. Вот тут вот Баба-Яга. Это, наверное, Иванушка, Алёнушка. Так, вот это что у нас? Тоже какой-то номер. Так, еще. Здесь вот Баба-Яга. А здесь вот это семь гномов и это принцесса это лежит. Вот так она выглядит. Все, короче, сказки здесь собрали. Здесь вот внутри можно кофе покушать, попить. Покушать и попить, имею в виду, вот такие бутики там делают. Тут даже каруселька вот есть. Байнакс, штат 2022. Тут вот гриль прям на углях. Намного вкуснее, чем там жарят на газу или еще как-то, в основном на газу. Такой паровой. Прикинь, вот ночью, да, вечером, все горит, как красиво. Такой паровоз везет. 23-й год. Подарки, типа, для детей. Вот плохо, что не горит, да? Давай я тебя сфотографирую. Телевизор там, кстати, вон показывает дигитальный Порто. Блин. Посмотрите, какие красивые здесь дома. Тут вот сверху типа играют девушки. Дед Мороз тоже всякие сковородки продают там, шарики. Вот тут все магазины известные. Сваровский, Эс Оливер. И туда дальше вон видно тоже все идет. Хаунд Эйм. Такая ларек типа бочки большой. Что там продают? Тоже вино разное. Свой, наверное. Сами делают. Здесь также. Тут вот для детей кататься можно. Тут рыбу всякую продают. Вот айль. Бутербродики. Вот бутербродики, Ольга, с рыбы. Здесь вот сладенькое тоже. Ну, в принципе, здесь по кругу идешь. Просто все одинаково. Просто от разных хозяев. Шарики вот тут вот. Разные горят, продают. И здесь все такое для Нового года. Все мелкое такое. Может кто-то
занимается елочки такие декоративные маленькие. Тут вот все движется. Аттракцион такой. На льду катаются. Носочки новогодние, шапочки, перчатки, варежки. И всякие приправы, мед, свечки. Здесь тоже сладенькое, прям бекерай. Сразу месяц тесто все делают, вываривают вот в жиру. Вот это. Тоже на углях делают братворсты. Мягкие игрушечки продаются. Вон там картошка. Кстати, картошка здесь такая большая, она очень вкусная. Можно будет, кстати, попробовать. Вчера эта картошка стоила, по-моему, 10 евро одна. Не вижу Ольгу, где она. Тут сладости продают. Здесь все со стекла делают, походу. Adidas. Все спортивное здесь продается, обувь. Такой большой магазин. Вот тут Adidas, сверху Nike. Там еще выше Lego. Вообще спортивный большой магазин такой. Ты хочешь какой, черный шоколад или белый? Или этот? Алло. Молочный. Вот что здесь, бананчики, земляника, яблоки, виноград, все вот в шоколаде, да? То вот это вот типа печенек разные написано, там «Я тебя люблю», «Ты самая лучшая», «Моя принцесса», «Моя звездочка», ну все такое любовное, да. Сладковато? Можно взять. Разные помос продают в разном виде, в разный вкус. Сладкие. Вон картошечку так режут. Тоже есть вот. Вот это Оливер. Тут тоже карусельки для детей. Ну, больше на машинах типа ездят. Вот такой народ сегодня, еще раз напомню, воскресенье, народу много, у всех уже предновогоднее настроение, не знаю, слышно меня, нет, микрофон сломался наш, вот это вот, блин, придется новый покупать. Ну что, друзья, на этом видео заканчиваем. Надеюсь, вам понравилось город Дортмунд, как у нас проходят предновогодние вот эти вот марты, праздники, все такое. Так что, чтобы не пропустить новое видео, подписывайтесь на канал.